разминка перед Якутским марафоном 2024 года. В этом году, в прошлом году проводили полумарафон. И 15 спутник, 10 километров, 5 километров. Но в этом году возобновили, как и позапрошлый год, классический марафон. 42 километра, 195 метров. Старт будет даваться вместе 23:59, классический марафон и 20 полумарафон. Затем через 15 минут стартует на дистанции 10500 метров и заключительная дистанция 5 километров ровно. Стадион в этом году в связи с проведением 8-х международных спортивных игр Дети Азии был отремонтирован, сиденья все поменялись, и стадион уже в новом обличии готов встретить любителей длинной дистанции. Так, до старта осталось где-то чуть больше получаса. Спортсмены разминаются. Готовятся к забегу. Георгий Сапронов и Алексей Сазонов готовятся к своим забегам. Георгий будет бежать полумарафон, а Алексей десятку. Молодец, спортсмены сдают свои вещи в камеру хранения. Все в сумках есть номера, нагрудные номера прикрепляют, и все сдают свои вещи на хранение. Пейсмейкеры, прошу подойти к сцене с левой стороны. Прошу прощения, что спиной. С левой стороны сцены прошу срочно подойти всех пейсмейкеров сегодняшнего забега. Вместе с ней проведем раз... Доброй ночи, Туймада! 8 лет назад в городе Якутске, 10 килограммов назад у меня состоялся первый в городе Якутский полумарафон. Тогда принимало участие, зарегистрировано было 465 человек. Марафон состоялся при поддержке мэра города Якутска того времени Асея Сергеевича Николаева. И он дал старт этому прекрасному событию, на котором мы сегодня все собрались. Участники, уважаемые организаторы и любители бега, разрешите вас всех поздравить от имени Министерства по физкультуре и спорту Республики Саха-Якутия с началом Якутского марафона. Прекрасный праздник жизни, прекрасный праздник спорта. Хотел бы сказать то, что компания DrayVee всегда с радостью готова поддержать любые созидательные инициативы не только в Якутии, в своем родном крае, но и по всей стране. Мы очень любим этот марафон, мы очень гордимся тем, что поддерживаем его. И хотелось бы от себя лично сказать то, что вы все уже победители, то, что находитесь здесь. И самое главное, вы пример для наших детей, будущих поколений, для здорового образа жизни. Целая экипа медалей всем финишерам. Алексей Браман, 42.01.
Итак, даю отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тем временем готовился к старту на дистанции 10 километров. Формашова Елена, 10.004. Готовятся к старту участники на дистанции 10 километров. Бурнашова Елена, 10.004. Слева на ваших экранах 10.001. Осипова Ирина, Андрей Дудок, Макарова Марьяна, 10.322. Итак, внимание, участники забега, даю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Участники на дистанции 5000 метров, Айсенбек Черепанов, Айсен Васильев, Пинея Мамонтова, Лукина Надежда. Остается старт 5000 метров. 4, 3, 2. Претендентов Айсенбек Черепанов. Желаю удачи на дистанции всем участникам забега. Участники на дистанции 5000 метров. Вот и лидеры. Всем Василий. Василий Филиппов, Тараканский вуз, на дистанции 5000 метров. Васильева, наверное.
Позиции лучшие в тебе. Продолжает нашу концертную программу композиция «I still loving you» в исполнении Соболевой Олеси. Встречаем бурными аплодисментами. Второй призер. И третий призер Исаков Василий. Сусанна Павлова, Черкесский улус. Ирина Осипова, 10.001. Лидер на дистанции полумарафона Мирослав Бурнашов, Усолданский улус. В гордом одиночестве лидирует большим отрывом. Пока второго не видно сзади. На второй позиции бежит Дмитрий Ловцов. Расстояние от Мирослава Бурнашова отличное. Но он уверенно бежит на второй позиции. Лидеры на дистанции на марафонской дистанции Леонид Зыков, Роман Алексеев. Ангаласский улус, Роман Алексеев. Сейчас уже представляет Татинский улус. Два лидера. Они бегут два круга. Один круг полумарафонская дистанция, 21 километров. В районе стадиона повернут обратно в сторону, на второй круг. Я сегодня разговаривал с Леонидом, и он сказал, вначале побежим где-то по 3.40, потом по 3.35 и 3.30. Сопровождающие лидеров, мотоциклы. Дмитрий Ловцов, но Мирослава Бурнашова я уже не смогу догнать, потому как он был далеко от Дмитрия. Желающих. А также конкурсы. Совсем скоро мы начнем выявлять первый победитель 5-6. Вам вот такой мерч, да, идет, да? Хорошим цветом. Поздравляю. Вместе с женой. Федя. Уходит вот такой. Поясняю сумка. Получающий следующий участник нашего набора сертификат на 500 рублей и стикер-пак. 22 также получает на сертификат. Покушали и телефон стикера.
Следующий набор уже третий по счету. Надежда Бут выигрывает на дистанции 21 километр. Поможет мне в этом фитнес-тренер одного из лучших клубов города. Витясова Сарглана, Терапинский улус, занимает второе место на дистанции 21 километров полумарафона. Георгий Сапронов. Роман Алексеев становится победителем марафона. Лыков Леонид становится вторым премьером якутского марафона. Самуил Семенов занял третье место. Артем Ветров, участник на дистанции 5 километров. Мы его знаем как хорошего мастер-рестлера, и по национальному многоборью он много уже участвует. И когда вот пришла идея пробежать эту дистанцию 5 километров? Жена бегом увлеклась, серьезно. Вот, просто как тренировку пришел на свежем воздухе побегать. Не многовато ли для такого вот крупного человека дистанция 5 километров? Вот после операции стараюсь все, что делал до операции, вернуть. И вот везде себя пробую, потихоньку буду возвращать, чтобы было. На одном месте не хочу оставаться. Еще возраст не старый, еще лет 5 можно будет везде позалетать. Ближайшие вот соревнования по масс-рестлингу или по многоборью какие? А не, в этом году сезон закрыт, поэтому на такие виды залетаю. Это вот как для разгрузки? Да, конечно. Бегаете? По чуть-чуть. Все везде по чуть-чуть. Спина отдыхает, веса пока не трогаю. С конца августа, с начала сентября уже начну готовиться на республику, на чары. Ну что ж, пожелаю в будущем на «Спартаке» в Манчжарии и в других крупных соревнованиях, чтобы вы показали свои наилучшие результаты. Спасибо. Полина Слободчакова становится победительницей среди женщин. Спасибо.